spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня у нас в обзоре представлена серия бюджетных безинерционных катушек Whiter, которая выпускается под маркой Stinger. В эту линейку вошли 7 моделей с одинаковым передаточным числом, равным 5,2:1, и весящие от 212 до 294 граммов, в зависимости от конкретного экземпляра. Есть варианты с мелкой шпулей. Давайте поближе познакомимся с ними на примере катушки в максимальном размере под индексом 3500. Катушки выполнены в черно-белых тонах, что отражено в названии этого модельного ряда. При производстве корпуса Power Body был применен графит. Этот современный материал позволил увеличить прочность конструкции, одновременно сохранив ее легкость. Балансировка ротора произведена таким образом, при котором работа этого узла стала максимально легкой. А подача штока Silent Drive обеспечивает ровную намотку шнура. Для более плавного хода устанавливаются 3 шариковых подшипника и 1 роликовый. Основная металлическая шпуля снабжена пластиковой клипсой. Различные катушки имеют лесоемкость от 100 метров лески диаметром 0,20 мм до 150 метров лески диаметром 0,33 мм. Ролик Anti-Twist Roller предотвращает перекручивание шнура и, как следствие, снижает риск образования нежелательных бород и петель. Фрикционный тормоз расположен спереди и в зависимости от модели способен выдерживать максимальные нагрузки от 3 до 8 кг. Позади ротора установлен флажок реверса. При его переключении ручка имеет возможность крутиться в обоих направлениях. Сама ручка оснащается плоским, прорезиненным, асимметричным кнопом и благодаря системе One Touch может складываться для хранения или транспортировки. При необходимости ее можно переустановить на другую сторону. Для этого нужно открутить противоположный винт и переставить рукоять под другую руку. В комплектацию входит набор регулировочных шайб и дополнительная графитовая шпуля, которая по вашему усмотрению заполняется запасной леской или шнуром другого диаметра. А теперь давайте разберем Stinger Whiter и посмотрим, как она устроена. Для производства силовой зубчатой передачи Power Gear по заявлению производителя применяются бронза и специальный металлический сплав. Такое сочетание обеспечивает эффективную работу всей конструкции. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.